ما هو التوحيد؟ Что такое توحيد единобожие؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Единобожие, توحيد, это признание исключительности Аллаха в отношении тех вещей, которые присущи только Ему. Это господство рубубия, это божествление, аллилуйя, это божественные имена и атрибуты. نعم. أنواع التوحيد إذن ثلاثة. Значит, у нас есть три вида таухида. Таухид ар-рубубия. Первый — это таухид ар-рубубия, таухид в господстве. Хуа ифрад Аллах субхану та'аля би афаали. Это признание единственности Аллаха субхану та'аля в отношении его деяний. Ифрад Аллах субхану та'аля бил халк, аннаху аль-халик. Признание того, что Аллах субхану та'аля единственный в сотворении, он творец. Уа ар-ризк. И то, что он наделяет. Уа ат-тадбир, аннаху аль-даббир аль-амр субхану та'аля. И его единственность в управлении миром, он, который управляет всем. Шуун аль-ибад биади Аллах субхану та'аля. Все дела людей, они в руках Аллаха. Наам. Аль-кисм ат-тани мин ат-таухид. Второй вид таухида. Таухид аль-улухия. Это таухид в божествлении. Хуа ифрад Аллах субхану та'аля биль-ибада. Ла ю'бад илля Аллах. Это признание единственности Аллаха субхану та'аля в праве на поклонение ему. Наам. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Третий вид таухида – это таухид имен и атрибутов. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Это признание единственности Аллаха سبحانه وتعالى в обладании его именами и атрибутами. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Мы должны признавать, подтверждать все, что подтвердил в отношении себя Аллах и его послание. ينزه الله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. И мы отдаляем Субханава Та'аля от недостатков. Не может Всевышний Аллах быть подобным творением, которые являются несовершенными. Мы не задаем вопросы, мы говорим, мы уверовали и подтвердили и предались. Потому что Аллах Субханава Та'аля, у него имена и атрибуты, которые подобают ему.